Так, ну, в общем, как-то так. Сейчас покажем, попробуем приземлиться здесь. Трасса вон там вот впереди. Вот там вот трасса, отворотка. Короче, с отворотки и начнем, чтобы понятно было. Под нами деревня Шейна. Так, вылетаем на трассу Череповец Питер. Вот трасса Череповец Питер. Разворачиваемся. И отворотка на Коротова. Вот она. Вот она, отворотка на Коротова. И пошли по этой отворотке. Тихо, не завались, Вася. Все нормуль. Девчонки бухают сейчас. Так, я тоже немножко выпил, нормально все. Так, это отвороточка, и сейчас будет поле. Трассу вообще, ну не трассу, а дорожку эту плохо-плохо видно. В общем, на это поле надо нам как-то приземлиться. Нет, не на это. Что-то я потерялся. А, вот на то поле. Вот на то поле. Опять я заблудился. Мать твою, идти. Дальше надо пролететь. А, вон там вот. Ага, понял. Вот на это поле. Вот прям вот на это, которое впереди. А, закрылки. А, нет, надо развернуться. И вот где-то вот здесь вот Ольгина дача. Вот где-то здесь. Сейчас я все-таки приземлюсь, потом дрона включим и полетаем нормально. Салон пустой, никого нету, все нормально. Тихо, Вася, тихо, все нормально. Газульку убираем, закрылки открытые. Давай попробуем сесть на ваше поле, Оль. Тихо. А тут картошку вроде выращивают. Кстати, друг Андрея Валентиновича. А вот, походу, к твоей даче подъезжаем. Так, секундочку, сейчас дрон подключим. И на дроне подлетим. Угу. В смысле? Эй. Дрон. Где? А, вот. Вот он наш самолетик, где мы приземлились. И, скорее всего, вот как Ольга мне объясняла, когда мы ездили, она сказала, что вот крайний дом. Ну, выглядит, конечно, как-то вот так вот. Текстурки не очень, конечно, домов. Но я думаю, все стоит на местах. Не думаю, я уверен в этом. Как-то так вот. И рядом речушка у вас тут. Уломка течет, да, как я понимаю, да? Ну вот если вот по улице ехать, и выходишь на трассу. Ну, не на трассу, а вот на эту вот.
То есть, получается, вы заезжаете к себе на дачу, именно проезжаете вот здесь вот, потом налево, потом вот так, вот так, вот так, вот так, вот так вот, вот так вот, и вот так вот, и налево еще раз, еще раз налево. Ну вот где-то так вот получается, да? Ладно, приятного просмотра. Специально, Ольга, для тебя запишу и для твоего парня, чтобы вы увидели, как это выглядит с воздуха, с высоты птичьего полета. Ладненько. Спасибо.